Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 30 апреля 2023 года. К сожалению, я довольно-таки серьезно приболел, поэтому уже 10 дней я практически не брал гитару. И сегодня хочу сделать концерт из наших произведений. Концерт попурри, для того, чтобы наша ожившая поэзия все-таки как-то жила. Итак, давайте я даже не буду объявлять, что будет в этом концерте, а просто буду показывать наши произведения в сокращенном виде, одно за другим. Итак, начинаем. Первая композиция «Половина жизни былое», слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Фрум», которую я назвал «Половина жизни былое», слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Половина жизни, как миг пролетел, не синицы сказкой жар птицы, а в руках перо миг поймать успел. Слышь, сонеты в песнях разлит, и еще какие сонеты, и еще какие же песни. Оторваться от них невозможно, да и спеть не просто так много. И еще какие сонеты, и еще какие же песни. Следующая композиция «Я люблю», стихи Вероны Шумиловой, музыка исполнения Самуила Фрумовича. Thank you.
Следующая композиция, когда пленительным забвении. Стихи Александра Пушкина, музыка исполнения Самуила Фроловича. Следующая композиция Елисей Липатов «Весна». Музыка исполнения Самуила Фроловича. Никогда не учите английский, пока не узнаете этот секрет. Я открою вам этот секрет прямо сейчас. Дело в том, что... Милась в объятиях.
Следующая композиция — Александр Блок, «Незнакомка». Музыка исполнения — Самуил Афанасьевич. Отдохнуть у нас в целях. Right.
композиция «Вновь весна» и уходит проблемы слова музыка исполнения Самуила Фрумовича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт», которую я назвал «Вновь весна и уходят проблемы». Слава музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Афиша поэзия». Yeah.
глазах это собой помочь, музыкальная композиция экспромт, вновь весна и уходят проблемы. Слова музыка исполнения Самойла Фомович из цикла «Ожившая поэзия». Друзья, послушайте новую музыкальную политическую композицию «Экспорт» на стихи великого Сергея Есенина «Девичник». Музыка исполнения Самойла Фомовича и «Девичник» из цикла «Ожившая поэзия». Я надену красное маниста, сражай за бедный синерюшки, так залетит девки гармониста. Прощайте с лаской подружкой, мой жених угрюмый жених, не заглядывать на парней, буду петь от дамы сердливой.
Созидая,
там, где чувства царит вдохновенье, он и творчество, вечность рождаю. Там, где чувства царит вдохновенье, он и творчество, вечность рождаю. Только мирно конец.
И на этом, друзья, я заканчиваю этот небольшой концерт. Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Всего вам доброго. До новых встреч.